Они же только в высотке сидят? Да. Ну там метров 5 от дома могут. От дома на метров на 5 выглядит все. И какой дом? Высотный. Панельный. Это что такое? Гранату мне кинули. Вы там подняли, смотрите, у них помзы. Так какой дурак, ты слышишь? Да я сказал изначально не подходить. И врыва дам сейчас. Давай попробуй, черт. Все, готовки закончились. Идем. Не, у меня есть почему. Да тут не давай. Там я изначально сказал, не подходите к дому. Извинись, блин. Самый последний этаж окно. Да вон вроде живу. Обошел. Как так? Охуен. Это спитер. Я не знаю, кто, блядь, делал эту мишку, я бы ему руки отрезал нахер, по самые яйца. За что? Блять, я думал, нормальное оружие отдали. Дали одностволку, сука, однозарядную, блядь. Хотя бы помповую дали бы, блядь. А я тыкаю, блядь, минуту не могу въебать. Один выстрел прошел, тип с щитом, блядь, он ко мне спиной стоял. Я раз выстрел, попадание. Вторую начинаю тык-тык-тык-тык-тык, минуту дрочил, короче, вчера. Потом только понял, что он уже ко мне головой повернулся, щитом этим закрыл. И он меня не сразу увидел, когда он меня увидел, он сидел, знаешь, как полунаклоненный пузе, у него вся голова отвечала. Я бы думал, что он не засчитал, что я... А че с опоздантом? Ну че с ним? Он весь перекосоебенный как-то. Почему я сам это... Я не понял, что за фигня? Ты Митя, по-моему, вообще нереально что-то играет. Гонза, как ты там... Ну че только когда сетка вообще нихера делает? Я такой везучий, что ли? Непонятно. Я в типа выстрелил 3 раза, он, блин, живой, просто убежал. Апазон, по-моему, перезашел. Ну, аж Петра убил. Наконец-то. Акула сметана, я себе пацан подготовки подходит. Что это за взрыв сейчас был?